фотосессия с новогодними персонажами. Да, один всю сцену сделал. Может, у него был песня. Здравствуйте, с праздником. Спасибо. Скажите, а на ближайшие дни сколько билет большой и малый зал стоит? Большой зал будет, ну, на выходные вот эти стоить 8 рублей, самый дешевый балкон будет. И где-то 26, может, рублей, это уже первые ряды портера, это самый дорогой будет. 26 первые ряды портера, да? Да. А сколько длится представление? Ну, где-то часа полтора. Часа полтора. И в эту стоимость, а там еще подарки какие-то выдают? Подарков нет. А там сейчас что-то вручали на входе, нет? Это была елка от организации, они выкупили целый зал, поэтому там подарки. Это сейчас, да? Да. А вплоть до 31 числа будут? Смотрите, вот я вам дам, можете сфотографировать. О, давайте, да. Благодарю вас. Ну, как-то вот по сегодняшнему дню, то можно и день в день купить билет вот перед представлением. Прямо на сегодня есть, да? Да. Очень хорошо. Последний сеанс 18? 18, да. Понял. Хорошо, большое вам спасибо. А, я ее сфотографировал. есть же билет. Работает кинотеатр? А на какое время? 15:30, семейка Крут. Семейка кого? Крут. А сколько билет стоит? 7 рублей. 7 рублей? Это детский? Нет, все билеты в одной цена. А фильм это детский? Это мультик. Ясно. А вот это места заняты, да? Свободные места белого цвета. Разделение желтое. А, желтое, по 2 человека, все, я вижу. Ага. Хорошо, спасибо. Это... Угу. Спасибо. Так само необходно нахилиться. Это исхиление Бога добре иллюструє сама топография Батыева и его околицы. Городись на той земле, когда сельские господа. Батыев уменьшался над нашими, какие окружали его. Улицы Батыева были строганными и сбудованными по форме яруса. Таким чином, задняя частка будинков круто опускалась вниз. Городиться сел живёл и сельскохозяйственных приладов, ухолов и печей. Народ у нас сейчас, а их наведываем жить. Как наградится на место народжения Иисуса, где находится надпись «Он слово стало светило». Треба стать на колени и мощно согнуться. Даже Бог смиряется, как простит нас. Как прости, я Бог не вызвил, мы так само повинны смириться. Бог не воспринимает гневливости, бо я не деморализую человека. Бог приходит, как покоры мировомчит на рысность. Тело не может мировомчить тело, только святло усило заробить грех. Ненависть не может мировомчить ненависть. Это под силу только любовь. Молимся за всех, кто надежда безусловности святого костела, как и нам угодно слухали Божие Слово и выходу мира. Тебя просим. Молимся за наш народ, который дожидался новых святых, где мы молимся за всех народных детей.